Всем здравствуйте, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня голос у меня такой севший, потому что записывала очередное занятие по курсу «Древо жизни». Очень много говорила, почти два часа, два с лишним, уже голос сел. Так, надо, наверное, отодвинуть стол, чтобы вам вот так вот виднее было. И сегодня я хочу сделать вот какой расклад, маленький, чтобы не оставлять вас без расклада. На четыре позиции. Первая, вторая, третья. Голубенький, красненький, зелененький камешек. А расклад как называется? На чем я съела собаку? Недавно я в Инстаграме у одного таролога было такое выражение. Да, я на этом собаку съела. И мне почему-то как-то это выражение понравилось. Вот, и я подумала, а что если сделать такое? Ну, забавный, веселый расклад. А вы на чем собаку съели? То есть у вас в чем опыт? Какой, где. Работать будем на двух колодах. Колоде Логинова «Танец шамана». Вот на этой рубашка вверх ногами. Такая вот, кстати, троечка кубков. Вот, и на Моне Лизы, так как она оракульная. Для меня она не оракульная. Это таро нормально, я его уже использую как оракульную колоду. Вот, ну и посмотрим так, коротенько, не слишком большой. Кто-то меня спрашивал в комментариях, можно я вас буду рекомендовать? Знаете, для меня такие вещи кажутся само собой разумеющиеся. Да, конечно, можно, не просто можно, а нужно, если вы считаете, что тот человек, кому вы порекомендуете меня и мои расклады, будет удовлетворен, и ему это будет во благо, то, конечно же, рекомендуйте. Мне это будет только в радость. Так, колоды помешали. Просто не успела заранее. И, наверное, давайте мы с вами приступим. Подвинем эти два камешка в сторонку. Позиция номер один. Голубенький камешек. Мне самое интересное, на чем вы съели собаку. Что у вас уже так хорошо отработано, да? На чем вы съели собаку? Это шестерка. Да, это шестерка чаш. Она вот так выглядит. В прошлом, да? В прошлом, в далеком прошлом. Что ж там было в этом прошлом? Король мечей. Вот хочется сказать, что вы собаку съели на анализе. Уже столько вы себя, знаете, как-то вот проработали, проанализировали сверху, снизу, изнутри, и снаружи. И сначала и с конца, вот все, как можно было, да, вы это все сделали, все продумали, все рассчитали, все просмотрели. А у него здесь еще фуражка. Думаю, что же здесь такое? Хочется сказать, что когда-то в прошлом вы были достаточно мечтательным человеком. А сейчас, как будто бы, знаете, собрали все свои силы. И уже четко направляете конкретные цели. Да, уже как будто бы, знаете, не распыляетесь. Вот хочется сказать, что прошлое вас сформировало. Да, прошлое сделало вас таким человеком, которым вы являетесь сейчас, на данный момент, вот достаточно мудрым, я бы сказала, опытным, знающим, ведущим, да, то есть это вот в силу вашего прошлого опыта. Когда-то он был не очень приятным. Раньше вы были более открытым человеком, да, более эмоциональным, таким доверчивым. А сейчас вы более сдержаны, более такие конкретные в своих высказываниях. Больше, как будто вы, знаете, фильтруете, что ли, что скажете, кому скажете, да, меньше доверяете людям. Стараетесь управлять, вот такое ощущение, что вы стараетесь управлять своими эмоциями. Вам, знаете, такое ощущение, что хочется иногда себя отпустить, хочется иногда себе позволить пошалить, потому что в душе этого ребенок, и вот здесь вот очень много таких рамок, очень много... Знаете, здесь как будто бы маска какая-то. Вот вы одеваете маску для внешнего мира. Здесь не роли, здесь не проигрываются роли, а вот именно маска, вот
такой я должен быть, либо должна быть для других людей. А вот для себя в душе я знаю, какая я, либо какой я. В душе я такой добрый, теплый человек. Но вы это никому не показываете. Внешне показываете, наоборот, противоположность. Такую холодность, сдержанность, разумность. Старайтесь вот как-то, знаете, показывать себя более взрослым, что ли, человеком, более зрелым. Вот на этом вы как раз-таки и съели свою собаку. Здесь как будто бы был, знаете, разворот на 180 градусов. Вы как будто бы подчинили себе, знаете, вот мобилизировали все свои силы и направили на то, кем вы хотите стать, вот каким человеком вовне, как вы хотите себя презентовать. Вот таким вы стали. То есть вы раньше были другим, абсолютно другим человеком. Вот ощущение того, что, вот, возможно, раньше когда-то вы были самим собой, но в силу каких-то обстоятельств вы как будто бы, ну, поняли, что вот таким человеком нельзя быть в этом мире, потому что нужно как-то вот адаптироваться, да, подстраиваться под этот мир, иначе он тебя разрушит. И вот вы выбрали для себя другую стратегию поведения. Но здесь, знаете, так интересно, возможно, как-то вот свои чувства вы и стараетесь управлять. Вы очень изменились. Вот вы стали другим человеком абсолютно. Но вот своим умом вы еще не научились управлять. Я имею в виду своими мыслями. Вот внутри вас мои мысли, мои скакуны все время куда-то бегут, все время как-то что-то хотят, какой-то вот новизны, постоянно меняются. А вот здесь хорошо было бы, чтобы вы обуздали свои мысли. Не эмоции, а вот как будто бы свои мысли. Вот выпадают одни короли. Если вы женщина, вот прям человек с такой, с таким фундаментом мощным, таким, знаете, такой стабильный, хочется сказать, добротный такой человек, вот земной, приземленный, управленец, вот... Вы как будто бы, знаете, съели собаку на то, чтобы сделать из себя красивую такую статую, которой все восхищались, которой бы все наслаждались, но при этом вы потеряли как будто бы свою искру. И сейчас вам этого не хватает. Не хватает вот этой вот живости, да, вы хотите вернуть, но с другой стороны вы понимаете, что если снова где-то себе позволите быть таким, каким вы были в прошлом, тогда разрушится то, что вы строили. А иногда есть все-таки вот эта вот, ну, потребность проявить себя иначе. На чем еще вы съели собаку? На знаниях, да, выпадает иерофант. Прочитали кучу литературы. Много разных направлений изучали, да, занимались вот именно... самопознанием, развитием, много информации передавали другим людям, книг читали очень-очень много. То, что все связано со знаниями, да, все, что связано с погружением, все, что связано с духовностью, вот именно выстраиванием себя, да. Съели собаку на знаниях, вот если можно так сказать. Причем, знаете, так интересно, иерофант, он прям вот так вот классически и описывает о том, что, да блин, прежде чем мне что-то сказать, я уже собаку на этом съел, да? То есть я уже столько много знаю, что ты можешь мне сказать? Вы как будто бы закрываете уши, да? Чему ты меня уже можешь научить, да? Это вот в минусе. А с другой стороны, знаете, вот такая вот внутренняя необходимость признания ваших заслуг, ваших каких-то знаний, трудов, желания поделиться, рассказать, да. Вот какая-то, знаете, вот бывает в некоторых племенах, да, например, еще где есть старейшины, которые собирают вокруг себя молодое поколение, и вот они начинают передавать какие-то знания, да, какую-то информацию о том, как было. То есть не вспоминать старье, а передавать нужную информацию, нужное знание, да, вот он мне почему-то ассоциируется с какими-то сказочниками, что ли, либо которые рассказывают былины какие-то, знаете, вот легенды, и вот в этом есть какой-то смысл, то есть вы не просто учите, а
знаете, вот заставляете человека как-то задуматься, что ли, по-другому, иначе. На чем еще вы съели собаку? На своих ошибках, я бы сказала. Где-то очень много поплатились за свой достаточно такой, знаете, остренький язычок, за желание, поплатились за свою правду. То есть вы пришли к такому моменту, что нафиг никому не нужна моя правда, да? Каждый все равно будет верить в свою иллюзию, потому что мы так устроены. И вот в какой-то момент вот такие вот вещи вас как раз-таки останавливают, и вы стали таким достаточно сдержанным человеком, да? Лучше я промолчу. То есть я врать не буду, но я лучше промолчу. То есть вы как будто бы избирательно, что ли, меньше стали говорить. Много пришлось, знаете, со многими, кажется, и родственниками, с близкими людьми ругались, ссоры были. То есть вот это вот ваше желание, да, где-то кому-то навязать свое мнение, где-то причинить добро там, где его не просили. То есть вот столько ошибок, вот здесь вот именно ошибок было совершено, что вот вы превратились сейчас в короля мечей. А вот я спрашиваю в личной жизни, на чем вы съели собаку. Знаете, вы съели собаку на ошибках, на том, что вы создали себя. Знаете, вот то, что вы прожили, вы пришли именно к тому, что вы стали, если женщина, да, например, да даже если мужчина, неважно, самодостаточным человеком, в какой-то степени эгоистичным, потому что вам уже никто не нужен. Вот вам хорошо с собой, да, вам хорошо... в том месте, где живете, в том образе жизни, в котором вы живете. Вот вас все устраивает, да? И, возможно, даже где-то проскальзывает мысль, что, а может быть, что-то можно было бы изменить в личной жизни, да, как-то вот пойти. Но потом вы понимаете, что по смыслу, знаете, вот какое-то вот не то чтобы разочарование, а некое такое внутреннее примирение, не смирение, покорность, а именно примирение с сама собой, самим собой, о том, что, да блин, все хорошо у меня в жизни, да, пришло время наслаждаться. Есть такое ощущение, что вы наслаждаетесь, наслаждаетесь именно в одиночестве. Вы, вот у меня такое чувство, что вы как будто бы сами сейчас создаете свою жизнь. Вот свою судьбу создаете, именно про личную жизнь. Вы пришли, знаете, хочется сказать, к какому-то этапу взросления, независимо от того, сколько вам лет. Но вот здесь вот внутренняя какая-то такая самостоятельность, внутренняя зрелость, вот понимание себя. Хочется сказать, что вы пришли к тому, что наконец-таки я поняла, что я хочу в этой жизни, да, и для чего мне нужно. И вот эти вот все понимания, они как будто бы сформировали вас тем человеком, который вы есть сейчас, и он вам нравится. Пускай он может быть не идеален, да, для кого-то, либо со стороны, но вам самим собой сейчас комфортно. Угу. Здесь такое чувство, что вы как будто бы сейчас начали жить, да, вот, ну, либо торопитесь жить, да, торопитесь как-то, я не знаю, наслаждаться, что ли. Вот вы получаете удовольствие, да, вот от того, что с вами происходит, как это происходит. Вы как будто бы отсекаете все, что вам не нужно сейчас, понимаете? Вот раньше бы вам хотелось, наоборот, притянуть в свою жизнь людей, и причем все равно, хорошие они или плохие. А сейчас вы уже стали каким-то вот избирательным, что ли, человеком. Отсекаете все, что вам не нужно. Вот люди как будто бы бегут от вас, а вам это и в кайф. Ну, то есть, ну и шел, и слава богу, да. То есть мне и одному как будто бы хорошо. Поэтому, отвечая на вопрос, на чем вы съели собаку, на том, что вы создали себя именно таким человеком, каким вы хотели бы, либо хотите стать. И при этом вот вам это удовольствие. Вот сейчас, знаете, вот ощущение такое, вот фоновое удовлетворение, да, что жизнь сложилась. Вот
Не знаю как, не знаю почему, да, есть какие-то невзгоды, трудности, они всегда есть, но вот внутреннее все равно какое-то вот удовлетворение, что ли, от себя самого в первую очередь, да, что уже нет вот этих вот каких-то, какой-то борьбы внутренней, нету противоречий, нету вот этой вот гнетущей какой-то вот надо, еще что-то. Знаете, такое ощущение вот некой легкости, что ли, полета, и нету бремени. Не знаю, как-то вот раньше чем-то были обременены, а сейчас как будто бы это отсекли, либо приняли. Здесь может быть еще такой момент, что перестали как будто бы что-то ждать от кого-то, от чего-то, а просто пользуйтесь то, что имеете, и как будто бы не претендуете на что-то большее, но это неплохо. Это не потому, что у вас нет каких-то меч, а это просто потому, что научились как будто бы жить больше в реальности, чем в иллюзии. Вот такая позиция. А позиция номер два. На чем двоечки вы съели собаку? Луна. Хочется сказать, что для кого-то здесь кто-то съел собаку на всевозможных понятиях магии, не знаю, зависимости, каких-то притяжений непонятных. Хочется сказать, что в негативе, ну, вы можете написать книгу о всевозможных обманах, иллюзиях, манипуляциях, использованиях вас. Как вы все время попадали в просак. Так все время с вами что-то такое непонятное происходило, и вы, знаете, как будто бы, не знаю, вот какой-то злой рок, и вы все время оказываетесь виноватым. Причем вы даже сами не понимаете, как это происходит. Вот как будто бы, знаете, вы входите во взаимодействие с людьми, а потом растворяетесь и теряете себя. Как будто бы люди начинают вами потом управлять. Не вы, а, я не знаю, как какой-то предмет, что ли, какая-то вещь. И вы не можете сами себя понять. То есть почему такое происходит? Вот ощущение того, что вы все время находитесь под каким-то влиянием. Какого-то человека, какой-то ситуации, судьбы, неважно. Всевозможные странные ситуации, неординарные, необычные, темные какие-то, потусторонние. Вы в них падаете. Смотрите, выпало два великих аркана. Луна и маг. Я начинала с того, что это вот магические всевозможные вещи. Вот вы их как-то притягиваете. Причем это может быть как в минус, да, когда кто-то на вас делает магию какую-то, так это может быть и в плюс, когда вы можете сами создавать эту магию и это волшебство. То есть, вы знаете, у вас есть вот эта вот харизма, человеческая харизма притягивать как-то людей. То есть вы также можете ими управлять, как люди управляют вами. Здесь обоюдный момент проскальзывает. На чем еще вы съели собак? На бесконечное количество уходов. Это могут быть уходы из отношений, это могут быть переезды, это могут быть уходы с работы. Знаете, вот, я не знаю, для кого-то может быть болезненно то, что я скажу, безусловно, потому что вы это проживаете, это ваша жизнь. Я смотрю со стороны и не включаюсь в этот процесс, и мне кажется, ну, как-то это чудаковатым, странным. Для вас это ваша жизнь, поэтому это больно. Я не хочу ее обесценивать. Я просто хочу показать вам о том, что, знаете, вот если можно было бы сказать человека неудачником, в контексте, знаете, того, что с ним все время какие-то вот случаются приключения, то вот про вас можно было бы запросто такое сказать. По крайней мере, если вам это не созвучно, не слушайте, потому что здесь какая-то вот конкретная ситуация, человек описывается. Но с другой стороны, именно вот через эти все неудачи вы каким-то образом выходили в плюс. Может быть, вы не всегда это осознавали, но в плюс вы выходили в контексте того, что
как-то вот судьба поворачивалась, и что-то приводило, я не знаю, ну, например, идете по улице, торопитесь на какое-то собеседование, у кого-то поломался каблук, и вы злая, и каблук поломался, и на автобус я не успела, и собеседование пропустила, а это была важная работа, и вот вы как будто бы злитесь, но вот в какой-то момент, я не знаю, что-то происходит, и вы встречаете человека, который вам говорит, вот мне надо сегодня, я не знаю, чтобы вы подработали, там, я не знаю, могли бы вы посидеть с моим ребенком, чисто случайно. И вы, ой, ну да, могу. А потом этот человек вас знакомит как раз-таки, я не знаю, с хозяином как раз-таки того бизнеса, куда вы шли на собеседование, и вас берут на работу. То есть, казалось бы, вот эти вот все неурядицы, да, но вот в них вы как-то вот выходите победителем. Я, правда, не могу понять, почему вы в это все влипаете, для чего, но в любом случае вам это потом идет как-то на благо. На чем еще вы съели собаку? Да на всевозможных мечтаниях, на трудностях. То есть, знаете, как сделать неправильный выбор? Вот это вот к вам. Вы скажете кучу лайфхаков, да, как можно совершить ошибки в своем выборе. Но опять-таки, все зависит от того, как вы посмотрите. То есть, если вы смотрите с негативной точки зрения, конечно же, это плохо. А если с точки зрения, чему это вас научило, у вас очень богатый опыт должен быть в этом. Как потерять деньги? Вот как вас могут обокрасть? Как вас, я не знаю, вы можете остаться банкротом? То есть, знаете, вот во всем этом вот вас учит какой-то вот внутренней состоятельности, да, чтобы вы были не нуждающимся человеком, да, вот просящим от кого-то что-то, внимание, любовь. А вот здесь вас как будто бы учат, что вы обратили свой взор именно к тому Творцу, во что вы верите, да, чтобы вы наполнились изнутри, чтобы вы не были зависимы от людей и от ситуации, а были в кавычках зависимы от Творца, чтобы вы от первоисточника брали энергию. И тогда у вас все будет классно, у вас все будет замечательно. Вы не будете зависеть от других людей, потому что вы станете источником энергии, любви. Да, вы не будете нуждающимся человеком, а вы будете дающим человеком. То, кем вы являетесь на самом деле. Только когда вы отдаете, вы потом себя опустошаете. То есть вы кормите людей, ситуацию своей собственной энергией. А вам нужно подключиться к чему-то большему, чистому, для того, чтобы тот бесконечный источник вас наполнял, и вы никогда не были обесточены. Вот к этому вас ведут. То есть на этом вот эти вот все недостатки, как раз то, что я спросила, не то, что недостатки, а вот эти все неурядицы, сложности какие-то, ситуации непонятно, в которые вы попадаете, для чего? Вот для того, чтобы вы это осознали, для того, чтобы вы именно это поняли. На чем еще вы съели собаку? Ну, говорю, на чем съели, выпадает вот крыска и кошка идет из-за угла, да, охотится за тем, что хочет там мышка взять, что ли, ну, то есть она что-то делает, что-то держит, это тоже, в принципе, не ее, и кошка на нее охотится. То есть кто-то как будто бы позарился на то, что имеете вы, хотя по факту и это тоже не ваше. То есть вот то, о чем я и говорила. То есть на каких-то потерях, утратах, на чем еще вы съели собаку? Ну, опять-таки, на том, что вас обманывали. Сколько раз вы начинали с самого начала? Сколько раз начинали с нуля? Каждый раз говорили, все, больше так не будет. И каждый раз верили, верили, верили. И вопрос не в том, что проблема-то с верой, а вопрос в том, что не в то верите. На чем еще вы съели собаку? На том, что все время находитесь в каком-то ожидании. Ожидание чего-то лучшего. И знаете, каждый раз лечите свое сердечко и каждый раз сами себя раните. Вот на какой-то боли. Хоть это и аркан умеренности, но то, как вот старая женщина, взрослая женщина зашивает это сердце, да,
То есть все время как будто бы вот вы стараетесь его излечить, и каждый раз вы себя сами раните. Знаете, вот отсутствие веры. Да, с одной стороны, я сказала о том, что вы верите, а с другой стороны, вот вы и не верите. То есть, знаете, как будто бы какое-то искаженное у вас доверие, да? Вы не верите в какую-то стабильность, да? То есть вам хочется, но вы не знаете, как это создать. Вот те способы, которые используете, они не приводят вас к тому результату, который бы вы хотели. Что вам нужно сделать, хочется спросить? Знаете, какое-то внутреннее успокоение, да, какой-то внутренний баланс. Понять, что на самом деле, да, вот то, что с вами происходит, это не злой рог, а это то, что вы сами самостоятельно сеете. И здесь вам нужно более взросло подойти к вашему, к вашей жизни, то, как вы действуете, то, как вы поступаете, да, почему? Потому что такое ощущение, что где-то вы сами позволяете, да, чтобы вас как-то обманывали, ну, водили вокруг пальца. Потому что не верите вы в себя в первую очередь, да? Да, закрываете семерка жезлов, защищаетесь. Защищаетесь, потому что опыт такой болезненный, израненный вашей души. И это понятно, но здесь нужно, знаете, как будто бы не держать обиду на то, что со мной случилось, а просто понять, что вы как будто бы выбрали этот путь. Вот здесь нужно задуматься, почему именно такой путь вы выбираете для себя, почему вы не выбираете что-то счастливое. Если вы мне сейчас скажете, что вы выбираете что-то счастливое, тогда у меня возникает вопрос, почему с вами такое случается. Значит, что-то выбираете не так. Потому что если бы вы выбирали верно, то и результат бы был другой. То есть, когда нас не удовлетворяет результат, значит, способ, которым мы достигаем этот результат, он неверный, его нужно изменить. А изменить мы можем только тогда, когда наши установки в голове изменятся. А пока у нас есть вторичные выгоды от того, что неверно мы выбираем. И мы продолжаем. Вот замкнутый круг какой-то. Вы как будто бы, знаете, не выбираете себя. Здесь проблемы прошлого. Королева кубков нам говорит о прошлом. О чувственном аспекте. Хочется вам любви, хочется чувств, хочется какого-то внутреннего такого успокоения, теплоты. Но при этом у королевы кубков есть очень мощная такая сила, это интуиция. И с другой стороны, умение быть гибкой, да, обходить эти углы. А вы почему-то их не обходите, вы почему-то натыкаетесь на каждый такой угол. Не умеете вы управлять своими ресурсами. Вот в чем проблема. Вы не знаете, как это делать. Ресурсы не только финансовые, вообще энергия в данном случае. То есть каждый раз, когда вы ошибаетесь, ваша задача сделать правильные выводы. И если вы не делаете правильные выводы, пробовать еще раз до тех пор, пока не придет осознание. Только знаете, не жестко обучаться и не заниматься самобичеванием. А именно, знаете, любовью, той любовью, которая у вас есть, которую вы хотите изливать на других людей, вот именно с помощью вот этой любовью, да, укрощать какие-то свои ошибки, да, с пониманием, с добротой, да, ну ничего страшного, не получилось, а вы так к себе не относитесь, вы, возможно, достаточно либо жестки, либо вообще не проделываете никакой анализ. Больше любви к себе не хватает, самих вас. Какого-то, знаете, такого милосердия, что ли, к самому себе. Такая вот двоечка у меня была. Тройка. На чем вы съели собаку? На коммуникациях.
на общение. Не, это уже издевательство называется. Почему? Потому что вытащила аркан дьявола, да, то есть, ну, вот тройки я не знаю. Иногда, и причем, знаете, я мешала сейчас колоды и подумала, что вот двойки, наверное, опять скажут, что что-то такое плаксливое нам все время говоришь. На самом деле, когда приходят одни и те же люди и на расклады и достаточно часто смотрят, и энергии у вас не меняются, то и ситуации, они будут повторны. То есть для того, чтобы в раскладе что-то появилось новое, вы должны как-то по-другому действовать, вы должны что-то в себе изменить. Собака. На всевозможных привязанностях, на лжи, на обмане, на словах, которые не сдерживаются, на обещаниях, которые не сдерживаются. Собаку съели на том, что... кстати, собака гавкала. На всевозможных конфликтах. Сейчас хотела сказать, мысль убежала. На чем еще съели собаку по дьяволу? На том, что накладывали на людей свои собственные какие-то проекции, ожидания, которые не реализовывались. То есть, знаете, как будто бы приукрашали людей, ну, то есть видели в лучшем свете, чем они есть. Кучу, знаете, кучу всевозможных возможностей. Либо пробовали, либо делали. Но здесь еще может быть такое, что вот с этим дьяволом, да, как будто бы уже завершение должно произойти. Да. Вот если можно сказать, на чем вы съели собаку, да, так это вот на дьяволе. Всевозможные сценарии зависимости, да, искушения, привязанности, болезненные какие-то истории. Все всевозможные теневые какие-то аспекты вас. Вот это все пришло уже к завершению, потому что выпал суд, 20-й аркан, и мир, 21-й аркан. То есть все на этом уже завершено. Я вас порадую, наверное, сегодня. Ну-ка я посмотрю на это. Кого здесь или здесь выйдет дьявол, то я вообще буду смеяться в голос. На чем вы съели собаку? Четверка кубков. На том, что вас не понимают. На том, что... знаете, как будто вот люди постоянно вас искушают делать то, что вы не хотите. Да? То есть вы все время как будто бы оказываетесь в каких-то ситуациях, когда вам не нравится ваше окружение. Вот вы как будто бы верите в что-то, во что-то хорошее, светлое, чистое. Может быть, кто-то верит в любовь, что ли. Вот ожидание, знаете, здесь как будто бы собаку съели на том, что ждали. Вот это вот предвкушение чего-то, что оно произойдет. И то, что произойдет, это будет самое лучшее, это будет самое хорошее. Ожидание каких-то вот возможностей. Собаку съели на всевозможных трудностях, сложностях в своей голове, да, как вы сами себя ограничиваете. То есть всевозможные сценарии, которые у вас есть в голове, как бы себя запугать, как бы себя завести в тупик, вот на этом вы прям спец. Как бы себя ранить? На каких-то огорчениях, на каких-то переживаниях.
Но при этом, знаете, вот вы как будто бы все время выходите каким-то победителем, да, и вот это вот вам все помогает в вашем развитии. То есть все эти сложности, ну, сценарии, можно сказать, о которых я вам рассказала, они вам как будто бы пошли потом на благо. То есть вы можете рассказать, ну, если подытожить, да, о своем пути развития. То есть сколько всего вы прошли на своем пути, да, и, ну, вот эти вот все трудности. Но при этом вы понимаете, что благодаря этому, ну, то есть это какой-то вот путь развития ваш. Да, девятка пентаклей. Вы сделали себя прям очень схоже с первой позицией. Только здесь способ вот другой, да, вот предательство все проживали. Смотрите, дьявол, предательство, ожидания, вот какие-то вот, я не знаю, апатические моменты, всевозможные самоедства, накручивание себя, ограничение себя в чем-то. Рамки, сдержанность. Вот на этом все, да. Восьмерка мечей на повторе идет. Как вы сами себя ограничиваете? То есть можно прямо написать книгу «Лайфхак», как придумать себе что-то, лишь бы не действовать. И вот прям куча всего. Как ограничить себя в празднике, да, веселье, защита. Как сделать так, чтобы не двигаться дальше? Вот, вот в этом вот вы прям... мастера. Вот на этом вы съели собаку троечки. Сколько у вас всего-то было-то в вашей жизни? На этом расклад считаю завершенным. Благодарю вас за внимание, за ваши лайки, дизлайки, комментарии, за то, что вы есть, за то, что вы остаетесь со мной, смотрите меня. Разделяете меня, мои настроения, мои состояния, делитесь. Я вам очень признательна и благодарна за то, что в нашем маленьком городке, в нашем внутреннем маленьком мирке мы все взаимосвязаны, общаемся, коммуницируем и живем в каком-то своем виртуальном мире. Благодарю вас за внимание. До следующего расклада. Всем пока-пока.